На картине кисти Альбрехта Дюрера «Мадонна с младенцем и грушей» представлена трогательная сцена, полная гармонии, света и любви. На темном фоне художник изобразил Богоматерь, держащую на голубых пеленах младенца Иисуса. Дева Мария выглядит как молодая, прекрасная девушка, которая с нежностью и любовью склонилась над своим младенцем. Одухотворенное лицо Богородицы выписано нежнейшими красками, кажется, что она буквально светится изнутри. Голова Марии покрыта прозрачной кремовой тканью, из-под которой струятся золотые волосы. Благородное синее платье создает фон, на котором четко выделяется образ младенца, представляющего композиционный центр картины. Ребенок изображен в сложном ракурсе, его фигурка развернута к зрителю. И только пропорции младенца напоминают живопись средневековья. В работе доминируют золотисто-охристые тона, усиленные темным фоном всей картины. Неземное сияние вокруг головы младенца сделано очень деликатно, при этом источник света нигде не обозначен. Все в этой картине гармонично и возвышенно прекрасно. Каждая деталь направлена на донесение глубокого смысла. Такой неслучайной деталью является кусочек груши, которую держит в руках Иисус. Этот натюрмортный элемент является аллегорией плода, познания добра и зла. На протяжении жизни Альбрехт Дюрер неоднократно обращался к изображению Богородицы с младенцем. В общей сложности на эту тему сохранилось 14 резцовых гравюр, 5 ксилографий, около 20 картин и более 70 рисунков. Достаточно часто в картинах на данный сюжет художник изображал фрукты, которые держит в руках младенец Иисус. Предположительно, непосредственным источником заимствования фруктового образа для Дюрера стали работы венецианца Джованни Беллини. В свою очередь, Беллини, скорее всего, находился под влиянием своего старшего венецианского соотечественника Карло Кривелли. Правда, на картинах последнего в руках младенца Иисуса всегда рисовались яблоки, груши же оставались на заднем плане. Согласно Библии, Ева в результате диалога со змеем вкусила запретный плод от древа познания добра и зла, после чего дала его есть Адаму. В западной христианской традиции древо познания изображается именно яблоней. Не случайно на латыни слово «яблоня» – «малус» и слово «зло» – «малум» – однокоренные слова. Таким образом, в результате смелых новаций творцов Возрождения – главная новозаветная пара Мария и Иисус приняла на себя аналогию с первой хронологической парой Ветхого Завета – Ева-Адам. Акцент гуманистического прочтения символа этой преемственности должен был ставиться вовсе не на падение в греховность, а на обновление через плод познания. Желание много знать и через это постигнуть истинную сущность всех вещей – вот мечта Дюрера, о которой он пишет во введении к первому варианту трактата о пропорциях. Церковной традиции также пришлось подстраиваться под ренессансные художественные веяния, объявив неуклюжую версию о том, что как Христос является новым Адамом, так и Дева Мария считается новой Евой. И по этой причине яблоко у них в руках может символизировать спасение.